Завтра в Тюмени стартует форум «Инновик». Последние приготовления завершаются сейчас в технопарке. В рамках недели инноваций пройдут семинары, форсайт-сессии с экспертами и разработчиками, а также встречи с представителями власти и бизнеса. Свои разработки в области нефтегазодобычи, искусственного интеллекта и цифровых технологий представят 50 финалистов битвы стартапов из разных городов страны. Сегодня они прошли специальное обучение от Фонда развития интернет-инициатив, чтобы на «Инновике» ярко провести презентацию и подчеркнуть эффективность своих разработок для партнеров-покупателей. У нас есть клиенты завтра, там, то есть мы будем встречаться здесь, в Тюмени. Я думаю, что это позволит и им создавать новые рабочие места, получать новую выручку. То есть это такой как бы будет синергетический эффект, скажем так, взаимодействия.